Формализовать статус криптовалюты на государственном уровне, привести в соответствие налогообложение и обязать владельцев криптовалютных кошельков идентифицироваться требует от правительства страны Департамент киберполиции Нацполиции Украины. В противном случае государство должно официально запретить ее оборот в целях защиты граждан от мошенников. В киберполиции считают, что идентификация необходима для признания потерпевшей стороной лица, обладающего правом собственности на такой кошелек.